В данное время тоже оцениваем состояние больных как стабильно тяжелое состояние. Лечение получает в полной мере. То при поступлении было сделано скелетное вытяжение при переломах трубчатых костей, как мы видим в снимке, переломе бедра. Сделали с ним вытяжение за мочелки бедра. Угу. Осмотрены были специалистами в полной мере. Сделаны КТ-снимки, рентген-снимки. Вот он наблюдаем сейчас в данное время. В реанимации сейчас находится больной. У нас один, ну, тоже стабильное тяжелое состояние с большим с ушибом головного мозга. Очаговое это поражение, да, головного мозга. Ну, с множественными переломами костей, скелета, лица.